Всем здрасте. Все-таки меня ломали в личке на пожрать на камеру. Что я сейчас и сделала? Я специально подготовила. Я сегодня еще не завтракала, вообще легла пол второго. Убедилась в том, что лучше ложиться пораньше и вставать пораньше. Ибо вот тут я вообще без понятия, сколько времени. Но я вот только еще ем. И еще у меня, по ходу дела, у капучинатора садятся батарейки. Но я тогда покупала первое попавшееся в первом попавшемся хозяйственном магазине. Поэтому пенка у меня как-то, ну, я еще грешила на молоко углическое, которое Головинское из Углича, что оно вообще не сбивалось. Но вот вчера я привезла козьего, и эффект тот же самый. В общем, тут у меня салатик один, это редиска с луком, внезапно вчера у своей бабушки, у бабушкиной сестры, по собственному желанию, ела этот зеленый лук с солькой, с супом. В общем, тут у меня редиска с зеленым луком, ее зеленым луком, нашей редиской. И со сметанкой тут у меня огурчик, помидорчик покупные. И укропчик наш. И подсолнечное масло, соль, естественно. И котлетки паровые, я не помню, на чьем мясе. Так что приятного аппетита мне, но я думаю вам. И да, все нервные и те, кто это не любят, валите подальше. А то у вас будет язва желудка. Пока я тут собиралась и вбивала капучинку, у меня котлетка слегка подостыла. Ну, вполне себе съедобная. Я стабильно забыла ее посолить, а соль у меня на другом столе. А еще я стабильно забыла купить хлеба. Потому что раньше считал, что лук надо заедать хлебом. Точнее, то, где есть лук, заедать хлебом. Походу делает моя волосина. Сколько ворота будет в комментах. Ну, у меня моя волосина не уложит. Вообще там в пароварке еще одна котлетка есть. Как в анекдоте про русского с ложечкой, да? Там, кстати, немножко из Борского этого самого взбитня классического. Это кое-кто учуял, что я тут котлетку ем. Ему, кстати, тоже досталось этой котлетки. Я потом возьму еще одну котлетку. Соседи орут.
Наверное, надо было в камеру смотреть. Я тут что-то найду. Надо сегодня купить хлебушка. Интересно, сможете открыть там дверь? Когда я уезжала, он тут хозяйничал. Да, ну сейчас узнаю, сколько я примерно по времени ем. Средняя арифметическая. Не хочет она подниматься? Сел на дно. Мой сладенький сбитень. Вот здесь нам пригодится ложка. Спасибо за компанию. И до новых встреч. Пока.